В Одессе пьяные полицейские устроили уличную драку. Правоохранители были не на службе и отдыхали в баре. Посреди ночи копы поссорились с местными таксистами. В результате водителей избили. А загулявших стражей порядка задержали их же коллеги. Драка произошла на улице Большой Арнаутской, почти на углу Преображенской. По словам очевидцев, около 2 ночи четверо полицейских в Гражданском напали на 2 таксистов. Полицейские были не при исполнении. Прямо перед дракой все 4 выпивали в соседнем баре. Там правоохранители еще вели себя спокойно. Вели себя абсолютно культурно, то есть никаких инцидентов, то есть ни с кем там из персонала, из посетителей бара не было. Ну, естественно, полчаса там сидели, как бы ясно, что что-то выпили, наверное. В драку полицейские ввязались за углом от заведения. Как таксистов били и вытаскивали из машины, видели местные жители. Люди говорят, драка продолжалась, пока на место не прибыли патрульные. Сначала началась драка, потасовка, доставали из машины и начали именно так бить конкретно их. Такое, не запугивать, именно бить. Либо под чем-то, либо вот пьяные, потому что не в адеквате, ходили тоже вот так вот. Под балконом как раз мужчина прошел весь в крови. Он, походу, куда-то свалить хотел, но не получилось. Его догнали и тоже. Всех сразу в наручники и по машинам. 2 гражданских получили телесные повреждения в виде ушибов. И один из них получил повреждения в виде перелома открытого кости носа. 3 из нападавших – сами патрульные полицейские. Все они из старой гвардии, работали в органах внутренних дел еще до реформы. В отношении них уже начали служебную проверку. Есть законодательство, есть внутренние приказы и есть дисциплинарный устав, согласно которому мы и служим. Если есть нарушение законодательства и нарушение дисциплинарного устава, то и принимаются меры, соответственно, к нарушителю, вплоть до увольнения. Последний из нападавших – сотрудник Приморского отдела полиции. Его роль в драке также обещают проверить. Кроме дисциплинарных санкций, всем полицейским грозит еще и уголовная ответственность по статье «Хулиганство». Константин Га, Константин Лужневский, 7 канал.